ответила я на комментарии и подумала, а почему бы не показать, как я это сделала. И вот перед вами толстяночка. Она, конечно, очень зажата другими растениями. И как я сказала, обратите внимание, вот горшочек. Посадила в другой горшок. Можно прикрыть, это не так важно. И видите, что поселились и другие растения. Это гелоксина, это руэлия. Но корешками они не мешают этой толстяночке. Почему поставила здесь палочку? Немножко начала клониться. Ну, слишком много цветов, а каждому цветку нужно свое пространство. Поэтому, если растение довольно большое, а горшочек маленький, конечно, растение будет клониться. Тогда поступайте так, как поступила я и как посоветовала в комментарии, которые показала в начале видео. С вами Екатерина. Заглядывайте на мои каналы. Есть много полезной информации и опыта работы с растениями, приобретенные в моей многолетней практике.